Проект «Ребята дошколята» стартовал в Черкесске. В Парке Победы состоялось торжественное мероприятие «Вступление дошколят в Орлята России». В этом движении их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного. Поздравили дошколят руководство города. Альбина Ламкова продолжит тему. Посвящение дошкольников образовательных организаций города Черкесска в Орлята дошколята началось с торжественного выноса флага и исполнения гимна Российской Федерации. В начале торжества ребята познакомились с легендой, в которой в далекие времена дети спросили совета у мудрого орла и вынесли главный урок жизни. Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта, верные друзья и опытные наставники. Дети часто любовались орлами, которые летают высоко в небе, не боясь преград. Однажды они обратились к мудрому орлу. «Научи нас летать так же высоко и свободно!» «Не бойтесь трудностей!» – ответил орел. «Дерзайте, пробуйте и помогайте друг другу!» После чего почетные гости поздравили дошкольников с таким значимым в их жизни моментом. «Сегодня мы все взрослые с большим удовольствием пришли на это мероприятие. Поздравить вас с вступлением в замечательные ряды организации «Орлята дошколята». Вы сегодня все такие красивые, такие молодцы. Так замечательно все пели гимн. Я думаю, что вы уже готовы пополнить ряды этой организации. И позвольте мне сказать несколько слов поздравления от мэра города Черкесска Алексея Олеговича Баскаева. Пожелали детям соблюдать законы орлят, всегда быть примером для других девчонок и мальчишек. А еще во всех делах дорожить честью орленка. Проект «Орлята дошколята» является первой ступенью российского движения детей и молодежи движения первых. В прошлом году в Черкесске был запущен пилотный проект в двух детских садах. Дети поработали по 7 трекам. 31-й детский сад города Черкесска и 27-й детский сад уже вступили в «Орлята дошколята». Ранее, годом раньше, в качестве пилотного проекта мы разработали нормативную документацию, уже немного поработали и подготовились к этому проекту. А сегодня торжественное вступление более 200 детей нашего города. В завершении торжества старшие наставники повязали новоиспеченным орлятам фирменные галстуки, как символ принадлежности к содружеству, пожелав им гордости своим новым званием и достойно его носить. На сегодняшний день более 22 тысяч детей Карачаево-Черкесской республики принадлежат большой детской организации «Орлята России». Сегодня вы сделали очень важный шаг. «Орлята дошколята» – это лучшие в поведении. «Орлята дошколята» – это самые талантливые, это самые лучшие ребята. Я очень надеюсь, что с сегодняшнего дня чувство сопричастности к большой, крепкой, дружной семье «Орлят России» будет направлять вас в ежедневных событиях. Затем «Орлята дошколята» вместе с наставниками возложили цветы к вечному огню на аллее героев. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, «Вести», Карачаево-Черкесия.